Множество добрых слов в адрес прекрасных женщин прозвучало и во Дворце детского и юношеского творчества, где при поддержке женсовета города Чебоксары состоялся конкурс «Ах, какая женщина!». Прочувствовать атмосферу предстоящего праздника отправилась наша съемочная группа. «Ах, какая женщина!» Этой фразы достойна каждая из представительниц прекрасного пола. Но в финальную битву одноименного конкурса вышли только 6 конкурсанток. Каждая из них – творческая личность, заботливая мама и любимая жена. Участницы подготовили необычные презентации, в которых они рассказали о своих семьях и проявили свои многочисленные таланты. По словам участниц, справиться с заданиями без помощи родных было бы тяжеловато. Теплые семейные отношения, стремление к победе, поддержка друзей и коллег помогли побороть волнение и выйти в финал. Очень помог мой муж, мои близкие люди. Спасибо им большое. Они очень сильно поддерживали меня. Мои коллеги, они сидят в зале и болеют за меня. Спасибо им тоже большое. Мои подружки очень помогли. Ну, самый главный мужу очень большое спасибо. Он очень сильно поддерживал меня. Без него бы я не справилась бы. Поддержать талантливых конкурсанток пришли не только родственники и друзья, но и танцевальные коллективы, которые подготовили яркие выступления. То, что творилось за кулисами, трудно описать словами. Участницы конкурса зарядили всех позитивом и отличным настроением, подарили зрителям радостные улыбки и устроили настоящий праздник. Сегодня я в первую очередь хочу обратиться и поздравить конкурсантов, ну и женщин, которые присутствуют в этом зале, ну и всех женщин в городе, пожелать им добра, благополучия, любви, праздничного настроения, ну и уверенности в завтрашнем дне. А конкурсантам сказать, они уже молодцы, они уже победители. Они вышли на эту сцену и показывают свое мастерство и радуют нас этим. Спасибо большое, с праздником! В борьбе за высший титул не отступал никто. И дело вовсе не в наградах. Просто каждая женщина сделала еще один шаг на пути к совершенству. Евгения Егорова, Николай Яковлев, Республика.